Час меня открываем. Исаии, глава 66, стих 22. А здесь мы узнаем. Священный день. Да, мы уже прочитали, где он сказал в Исход 31 от стих 13, что это будет навсегда, до когда Иисус Христос будет здесь. Это значит, что мы должны соблюдать этот день как священный день, когда у нас Иисус Христос, как наш царь, уже здесь, в Иерусалим. Мы посмотрим, когда Иисус Христос будет здесь, Если мы можем продолжать соблюдать этот день как священный день. Сейчас открываем. Пророк Исаии, глава 66, стих 22. Исаии, глава 66, стих 22. Ибо как новое небо и новая земля, когда он будет здесь, будет новое небо и новая земля. Когда Иисус Христос будет здесь, будет новое небо и новая земля. Дальше. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим. Говорит Господь, так будет и семья ваша, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, и из субботы, в субботу будет проходить всякая плоть пред лицом мое на поклонение, говорит Господь. Все люди, не только израильские люди, остальные люди, иностранцы, люди будут там с нами. Мы вместе будем поклонять наш Бог. Еще раз. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицом мое на поклонение. Так говорит Господь. Стих 24. И будут входить и увидят трупы людей, оставших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Тогда мы увидим люди на земле, люди, которые умирали, потому что они не хотят этот закон соблюдать.
Он будет убивать много людей этот день. Иисус Христос будет убивать много людей этот день. Да, это в Библии. Много людей будет умирать этот день, потому что они не хотят поклонять Его как царь и Бог. Поэтому они должны умирать. Если вы не хотите умирать этот день, надо сегодня начаться соблюдать этот закон. Я сказал, что много людей будет умирать этот день. Я буду доказывать это. Мы открываем сейчас. Книга Луки, глава 17, извиняюсь, глава 19, стих 27. Врагов же моих, те, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избите предо мною. Приведите сюда и избейте предо мною. Но это мы увидим этот день. Много людей будет умирать. А я не хочу, что мои люди будет умирать этот день. Я не хочу, что никакого будет умирать этот день. Поэтому, что сейчас мы должны начаться делать или соблюдать этот закон. Я уже сделал много видео об этом. Я уже доказал это от Библии, что мы израильские люди. Мы не знаем, что мы израильские люди сегодня. Почему? Потому что мы не соблюдали его заповеди и тоже его законы. Это одинаково. Поэтому он сказал здесь, что я сейчас буду читать, что все люди не будут помнить, что мы израильские люди. Или мы тоже не будем помнить, что мы израильские люди. И сейчас мы открываем Второзаконие, глава 32, стих 26. Я сказал бы, рассею их, это наш Бог. Он сказал, рассею их и изглажу из среди людей память о них. Значит, что я буду сделать, что остальные люди не будут помнить, кто они. Еще раз. Я сказал бы, рассею их и изглажу из среди людей память о них. Еще раз. Стих 20. Второзаконие 32, стих 26. Я сказал бы, рассею их и изглажу из среди людей память о них. Наш Бог рассеял наши люди на все земли. Мы знаем, что наши люди на все земли, на западном полушарии и тоже на восточном полушарии. Наши люди на все народы, на все земли. Я знаю, наши люди сейчас в Украине, в России или Беларуси или остальные русскоязычные народы уже думают сейчас, они сейчас уже думают, что нет, мы все одинаковые люди. Все люди нужно быть вместе. Но наш Бог так не хочет. Он так не хочет. Он хочет, что мы будем вместе с остальными людьми. Это не значит, что, например, если я живу в Нигерии, что я не могу жить между остальными людьми, которые не израильские люди. Нет. Это значит, что
у нас наша культура, у нас наше обыкновение – это законы от Библии. Нам нужно эти все сделать, не остальные люди праздники. Например, наш первый праздник – это субботний день. Нам надо послушать, что наш Бог разговаривает сейчас, что Он писал, что Он уже сказал, и наши предки или пророки писали здесь. Нам надо прочитать и сделать эти все, если вы хотите жить. Много наших людей спят сейчас. Они разговаривают, нет, нельзя. Я не верю, что мы израильские люди. Мы черные люди. Я думаю, что белые люди, они должны быть израильские люди. Нет. Надо посмотреть остальные видео. Об этом я уже прочитал и объяснял на старые видео, я уже сделал. Надо посмотреть эти видео. Книга Римлян, глава 13, стих 11. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Пробудитесь, мои люди, пробудитесь. Вы израильские люди, чернокожие люди, латиноамериканские люди, коренные американские люди, и наши люди в России, Украине, и тоже в Беларуси, и остальные русскоязычные народы. Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.